Восстановление дамбы в микрорайоне «Семь ветров» в Уссурийске начнется, как только позволит паводковая обстановка. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяка на совещании в муниципалитете. Сейчас то, что касается дамбы, там много вопросов возникает. Какие расчеты, где что были, значит, да, по Следственный комитет, по подрядной организации и по службе заказчика, как осуществляется контроль, проводит расследование. Значит, мы дождемся его расследования. Я думаю, что виновные там будут названы и наказаны. Вот. Но в любом случае сейчас необходимо, значит, подрядчику после схода воды и сейчас провести подготовку и на бортиках, что стояла техника необходимая. Как мне говорят, там работало 5 человек и 2 бульдозера или 2 экскаватора ходили друг за другом. Вот. Сколько у него есть техники, какие он будет брать грунты, где он будет брать грунты, крупномеры или как. Привлеките, значит, у меня здесь будет находиться министр природных ресурсов. Мы возьмем советником, там есть парень один Александр, который сам гидротехник, ну как парень, ему там уже 50-65 лет, значит, но он специалист, вот, который тоже будет. Примем решение комиссионное, и по режиму ЧС будем, значит, отсыпать эту дамбу.